Чё, полетели вы? Достопримечательности покажешь, я Джордан Белфорт. В этом году мне стукнуло 26, и я заработал 49 миллионов. Такая квартира бомжатня, нахуй. У меня ещё в тот момент тараканы ползали, я ебал в рот, нахуй. Я их пиздил ногами, блядь. Зло берёт, ведь ещё 3 вышло бы по миллиону в неделю. Просто на еду мне прыгают, бля, с ними дерусь, нахуй, так хватаюсь, бля, мадагаскарские, бля. Просто, бля, слышишь, вцепляюсь с ними, нахуй. Охуенно. Бля, охуенно. Хрень собачья, рынок это фикция. Собачья, кошачья, фикция, шмикция, это все эфемерно. Было ли это легально? Ну, конечно, нет. Я вообще-то на тебя не работаю. Бля, это охуенно, дядь. Слышь, это балдёж, бля. Короче, да, мужики, ролик вот так... Можно так? Бля, это же охуенно, дядь. Ты понял, там чел... Бля, надо больше лайв-контента снимать, чтобы мы могли там всякие вставочки делать. Как мои бабки, так что считай, уже работаешь. Что-то не так, папочка. ФБР, накатить вам чего-нибудь? Нет, на службе строго запрещено. Старый каратист, блядь. И как все это будет? В центре мишени знак доллара. Их бросают, и они прилипают. Они для того и созданы, чтобы их метали, как дротики в мишень. Раз, два, три! Стоп. Безопасность — это главное. Безопасность превыше всего. Конечно. Мы дорожим своей репутацией. Блядь! Почему это так охуенно? Типа, когда он говорит, очевидно, как будто это я реально говорю. Типа, знаешь, то есть прям рот в рот, блядь. Ну, как сразу звучит рот в рот, блядь. Я с тобой сижусь, обговорим. Да, окей, мы сегодня все сделаем. Бля, я сейчас просто посмотрел первую работу, это просто охуенно. Блядь, переимену видосик обязательно, блядь, как-то... Бля, я хуй знает, как, надо как-то... Ставки четкие, да, он сделал вообще? Да, не понял, реально, ощущение, как будто он говорит, бля, и хуй, ой, да. хуй в рот, блядь, звук, звук, блядь. Там реальный балдеж, блядь. Это реально прикольно получается. Рот в рот. Фу-фу-фу. Блять, охуенно, дядь. Ой, блядь.